Ни сугробов, ни горок. В этом году снега в городе не хватает даже для того, чтобы проложить лыжню. Сургутяне, в свою очередь, не отчаиваются и ждут наступления настоящей привычной северной зимы. Что прогнозируют синоптики и насколько, по оценкам коммунальщиков, количество осадков в прошлом году отличается от объемов в 2020-м, узнала Валерия Кудрявцева. Начало ноября прошлого года сургутянам запомнилось обильными осадками. Тогда за несколько дней выпала месячная норма снега. В этом году ситуация сложилась с точностью до наоборот. Первый календарный месяц зимы уже на пороге, а снега не хватает даже для того, чтобы проложить лыжню. О нетипичной погоде говорят сотрудники коммунальных служб и администрации. У нас не было такого аврала, как в предыдущие годы, когда у нас там, допустим, в конце октября, в начале ноября высыпало столько количества осадков там на улице, да, что приходилось сутками делать патрульные очистки и только потом снег вывозить. В этом году такой ситуации у нас не было, и снега выпало кратно меньше. Если, допустим, пример привести, где-то на эту дату в прошлом году у нас где-то было вывезено с территории города 150 тысяч кубов снега, да, то сейчас где-то порядка 42. Мало снега в этом году не только в Сургуте. По словам синоптиков, из-за небольшого количества циклонов, которые проходили над округом, привычных сугробов нет во всех городах Югры. И появятся ли они в декабре, пока тоже не ясно. Что касается ближайшего месяца, декабря, то по предварительному прогнозу на декабрь, который составляет научно-исследовательский гидрометцентр в Новосибирске, осадков предполагается больше нормы. Но это ни о чем не говорит точно, что вот завалит, не завалит снегом. Отсутствие сугробов синоптики также связывают с теплой погодой в октябре. Много выпавшего тогда снега попросту растаяло. Сургутяне, в свою очередь, не отчаиваются и продолжают ждать настоящей югорской зимы. Снега побольше хочется. Лучше побольше. А почему? На лыжах покататься. Плохо. Это не зима, потому что для нас. Так что надо снег и надо мороз. Хотелось. Чего? А как-то тоскливо, без снега. Ждем, конечно, что снегом хорошо. Чисто будет. К сожалению или к счастью, не обещают синоптики и сильного холода. С 1 по 6 декабря днем столбики термометров не опустятся ниже 12 градусов, ночью минус 17. А крепких морозов до минус 30-40 градусов сургутяне могут и вовсе не ждать до конца года. Валерия Кудрявцева, Сергей Коликов, Сургут Интерновости.